Вообще балет интересный в плане, что Гамзате сочувствует почти каждая женщина, которая сидит в зрительном зале. Как можно красивую женщину с потрясающим лицом, царицу, и не любить? Принято считать, что Гамзате достаточно злой персонаж, но это далеко не так. Это вообще по какой-то своей сути, она просто попадает в такую ситуацию. За нее все решил отец, отец же убил Никию, а она остается почему-то еще как бы и с ощущением того, что она отрицательный персонаж. В тот момент, когда мою героиню, то есть меня, да, Никию, кусает змея, в тот момент я действительно чувствую какую-то боль. Иногда я плачу в этом месте, потому что ты понимаешь, что сейчас ты умрешь, и это страшно. И когда она начинает понимать, что Гамзати все это устроила, и она пытается всем показать, что она гордая, что она сильная, но на самом деле, если публика плачет, но я тем более плачу, здесь я очень плачу. Это очень эмоциональная сцена, одна из самых эмоциональных и трагических сцен в этом спектакле – это смерть Никии. Все наши балеты, все наши роли, все наши спектакли посвящены только одной вещи – только любви. Вообще балет говорит только о любви, а в разных его разновидностях. Любви сильной, наивной, ранимой, какой угодно. Даже ненависть – это разновидность любви. Мы говорим только о любви. Поэтому, конечно, отношения с партнером – это основополагающая наша профессия. Светлана очень ответственно относится к работе. Любит много репетировать. То есть очень выстраивает как бы каждое движение очень четко и так очень серьезно относится к этому. С Марией у нас очень теплые отношения уже давно. Очень легко общаемся. Мария потрясающий человек. И в работе суперпрофессионал. Это человек на сцене. То есть бывают разные ситуации во время спектакля. И то, как она выходит там из какой-либо ситуации, это я восхищаюсь этим. Это здорово. Очень важно, чтобы была вот эта вот невидимая связь между партнершей и партнером. Тогда происходит вот эта вот магия сценическая. И тогда получается настоящее искусство. Каждый партнер дает мне то, чего не может дать другой. Все замечательные. Есть, конечно, любимчики, но это мне.